В картинах художника Рубена Сафронова, которые можно увидеть на выставке «Моя родная сторонка, моя родная земля», отражается ульяновская земля. Здесь Ульяновск представлен, это вот наш город с вами, кирха, вот на улице Ленина. Ну, вот, хотелось сделать просто серию работ по Ульяновскому. Вот, потихонечку, как бы стараясь осуществить свою идею. Природа в картинах буквально оживает. В натюрморте с цветами и ягодами пахнет ромашками и земляникой. Пионы источают летний аромат. Дубы притягивают свежей зеленью. Наливные яблоки хочется надкусить. Мир прекрасен и, кажется, так будет вечно. Это мой и товарищ, и коллега. Я его уважаю за то, что он приверженец вот такой живописи реалистической, тональной, прочной. Это традиция его отца. Вот, и я думаю, это хорошая традиция в этом отношении. Выставку посетил и председатель Ульяновского регионального отделения Союза художников России Николай Викторович Чернов, для которого Рубен Викторович является еще и заместителем. Рубен, молодец в том плане, наверное, что он все-таки так себя не держит в каких-то таких узких рамках, да, он и натюрмортом занимается, и пейзажем, и частично, не частично, а частенько берется за это самое, и за какое-то сюжетное произведение, да, и в сюжеты он обычно всегда пытается вложить какую-то тему, какой-то смысл. Иногда такой, может быть, полушутливый. Конечно, открытие не могло состояться без отца Рубена Викторовича, народного художника Российской Федерации, лауреата государственной премии имени Репина Виктора Алексеевича Сафронова. Он признался, что очень рад, что и дочь, и сын стали художниками. Пусть они делают, пусть знают, что такое труд художника, что такое жизнь, ее, так сказать, смысл этой жизни. И попробует отразить ее достойно, благородно, ну, во имя, как говорится, высших человеческих чувств. Выставка будет работать до середины марта. Ирина Антонова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.